Кто зверь? В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждают паблики, двое мужчин гонят волка вдоль трассы недалеко от Мегиона. На видео слышно, как водители смеются и рассуждают о том, стоит ли им убить животное. По некоторым сообщениям в интернете, дикому зверю все же удалось убежать от обидчиков. Другие говорят, что волк не смог пережить встречу с людьми. Позже в разных группах появилось видео с уже мертвым животным. С уверенностью сказать, был ли это тот же самый волк, нельзя. Видео вызвало волну недовольства у югорчан. В комментариях они осудили поведение людей, которые так поступили с диким волком. Природнадзор Югры подтвердил, что заявление о появлении животного им поступало. На место выезжал охотничий надзор, однако следов волка им найти не удалось. Кроме того, сотрудники ведомства говорят, что это видео может быть фейком. Периодически оно появляется в разных региональных пабликах, а место событий каждый раз разное. Делают это для того, чтобы вызвать бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ.